встречается 7 видов этих древних реликтовых деревьев. Растет в основном в горах, в местах, куда хорошо проникает солнечный свет. В ягодах и хвое этих деревьев содержатся целебные эфирные масла. Эти масла губительны для болезнетворных бактерий. Всего за сутки 1 гектар можжевельника выделяет 30 кг губительных для бактерий веществ. Когда эти вещества попадают в легкие человека, они снимают все воспаления. Поэтому астматикам, людям, страдающим бронхитом, показаны прогулки в можжевеловых лесах. Кроме того, сам воздух этих лесов снимает головную боль, нормализует давление, укрепляет сон и иммунитет. Чай с можжевельником улучшает пищеварение и работу почек.